Значит, прокачка глаз. Значит, что мы делаем? Это я больше показываю новеньким, и еще на них все это проделаете, и они все поймут. Значит, когда ручки потерлись, активизировали, разводим их, сохраняя ощущение между рук. То есть мы между собой, как бы шутка у нас такая есть, да, такой ёршик у нас тут энергетический в руках. Мы его зажимаем достаточно жестко. То есть вот мы его взяли, и мы его держим. То есть руки разводить туда-сюда уже не разводим. Он зафиксирован жестко. И вот этот ёршик, мы его ставим. Одна рука идет напротив глаза, вторая напротив глазного бугра по диагонали. И вот этим ёршичком, вот эту глазную дорожку начинаем активизировать. Я потом нарисую, как идут глазные пути. У нас же левый глаз выходит на правую часть затылка в головном мозге, а правый, наоборот, на левую. Вот. И есть так называемые глазные пути. Глазной нерв идет таким образом. Вот, хорошо, ручки только надо. И раскачиваем. Когда раскачали, чувствуете, прям хорошо пошло. Вот у него прям замечательно сейчас пошло. Вот. После этого ладошка, которая сзади, накладываете на глазной бугор. А здесь начинаете работать с потоком. С потоком из глаз. То есть уже не с этой дорожкой, а с потоком из глаз. Захватываете. Вытянули обратно. Вытянули обратно. Аккуратненько. Хоп. Угу. Так. Пораскачивали. Очень аккуратно, потому что проблемы, раз у всех с глазками, значит, надо чувствовать, насколько можно, насколько как бы достаточно, не перегружать. Вот. И потом заканчиваем, просто вытягиваем поток. Поток вытягиваем. Угу. Точно так же работаем с другим глазом. Давайте я покажу, как самостоятельно делается, а потом все-таки друг друга прокачаем. Давайте садимся. Потому что когда вам кто-то это делает, это все-таки лучше намного, да? Пока есть возможность, надо пользоваться, работать друг с другом. Угу. Смотрите, то есть опять же ладошечки надо потереть, чтобы они сактивизировались. Одну ладошку тоже лодочкой накладываем на глаз. Глаз внутри не закрываем. Он просто там свободно вот так моргает, мигает там, просто смотрит. А вторая рука начинает работать с открытым глазом. То есть вот почувствовали поток из глаза, ощутили, поймали его. И точно так же начинаем просто его активизировать. То есть вытянули, обратно отправили. Вытянули, обратно. Раскачиваем глазные канальчики. Каждый делает до ощущения достаточности. То есть надо четко почувствовать, когда закончить, чтобы не было сильной перекачки. То есть когда вы заканчиваете, эту руку опускаете и просто протягиваете поток. Угу. То же самое с другим глазом. Опять ручки потерли. Наложили лодочкой на другой глаз. Здесь почувствовали поток, поймали его. И начинаем активизировать. Все надо делать очень аккуратно, до ощущения достаточности. То есть реакция должна быть, но не перекачивать там до того, чтобы у вас там резко заломило глаза и еще там сосудики, чтобы полопались. То есть до такого доводить, конечно, не надо. Потому что это работает реально. Активизируем энергетику, активизируется кровообращение.